Борис, ну, давай ехай. Мы кричим, кричим, не можем на тебя докричаться. А ну слезь. Уже Алекс к нам пришел. Халяву тратит. Да ладно. Да. Не верю я в это. Сейчас Алекс будет травку косить. А почему? Как? Потому что бригадир так сказал. Что ты на мне тут прыгаешь? Да зам бригадира. Ребят, я думаю, что вообще-то пишет. Я тоже. Но я как-то и не волнуюсь по этому поводу. А что-то какие-то полосы зеленые на поле. А ну-ка, бипка-то как хоть у тебя работает. О! Даже я слышу. Я тоже слышу. Важные витамины. У нас нет погрузчика. Вот, Данилс, ты сиди на доске, принимай. Как прибежь, Алекс покосит, ты все равно сиди, принимай. Не, ну нормально, а. По очереди бы хотя бы. Вот выйдет мод на виллы. Борисыч купит виллы кому-нибудь. Да. Не, нифига Борисыч это не круги показывает в левом верхнем углу. Не-не, он вообще не показывает. Он показывает, сколько тебе осталось до конца поля. О. Метров и все. О, Борисыч появился. На горизонте. Блин, пропеллер так и не смазали они, так он скрипит. Везде по 10 минут. Шпаганку я тоже. У меня вообще ноль показывает в левом верхнем углу. Что ноль? А, это... А до конца поля метры показывают. До конца поля показывают в нижнем правом. Ну да, 144, 140, да. Ну это в нижнем правом. Прис, если что, я ячмень сею. Угу. Сей ячмень, потом канал. А, о, заросший участок. О. Принять. Иди, стартуй. Эй. Эй, Алекс. Чего? Иди стартуй уже. Что, стартуй? Я уже взял задание. Подожди, иди. Подожди, ты, блин, стартани сейчас за меня, у меня сейчас дела тут, господи. Ну, кай. Выезжай, Данил, коси. Бригадир разрешает. Бригадир разрешает. Вот и все. Зам бригадира тоже. Кто я? Нет. Кто со мной сеет, это зам бригадира. Я думал, кто еще и на полях убирает. Или это зам зама? Нет. Кто Данил, ты знаешь, где косить-то, Данил? Я вижу. Ну все, езжай, коси. Он уже приехал почти. Ой, да участочек-то маленький кусок. А, ты покоси этот маленький участочек. Там уже, кстати, травы много, можно подбирать солому. Там уже третий покос будет. Вот это Данила и сделает. Берет. А чё я-то сразу? Это Алекс пусть делает. Потому что мы заняты вдвоем. Ну тут. Вот Алекс, Алекс не занят, вот пусть он будет. Ну, Данил, я после видео с тобой поговорю еще. Это ты зря сказал. Че, ты свободен, че? Да я, блин, не свободен, говорю. А, ну ты ладно. Данил, ты не отлынивай от работы. Доверили тебе ответственную работу, зарабатывать деньги. Так я-то что делаю? Я кашу. Для хозяйства.
Не партнерка пишут, блин, непонятно что, блин, типа. А, ну это да, важно. И тогда иди разбирайся. Борисович, у меня вообще гладко все пошло. Тьфу-тьфу-тьфу, по деревяшке постучай. Сейчас он, блин, отпишу. Ой. А время что-то не идет. Коси хоть сколько, да? Коси, ну, коса, да. Пока роса. Коси хоть обкосись. Коси хоть весь день, да? Да. Борисович, походу Бюхлер хуже трактор, чем Дойц. Конечно. Да. Только он потяжелее Бюхлер. А у нее еще без противовеса, у нее вообще 6. А, ну да, тебе. Тебе бы надо противовес какой-то. Такс. Борисович, действительно проходы отсчитывает. Я же говорю. Да ладно, а где он отсчитывает? Я тебе отвечаю, в левом верхнем углу. Вот я два прохода проехал, пишет, минус 2. Сейчас вот проверим, третий пройду. Будет минус 3. Там такая полоска и пишут. Выше, как где там выше спутника этого. Спутник, почему деньги не появляются? Там косишь или косишь? Да, еще ни одного окошка не появилось, что ты это выполнил задание. Кашу, кашу. Борисович, не торопите парня, а то сейчас он накосит, блин. Вот. Сейчас еще и поедешь эту траву спирать. Пускай благо, что это самое. Да, сейчас прицеп на базе возьмешь подборочный. Там сейчас каждая копейка нужна. Люблю, когда так это... Когда не сволкованный. Ну, ты захотел. Кого захотел? Сволкованных. Нет, это не проходы показывают. Я говорю, что это не проходы. Это он какие-то полосы показывает. Я не пойму, что это вообще такое. Я вот встаю, он показывает смещение вот этих полос. Ну, не знаю. Ой. Вторая эта передача у нас не включается, блин, здесь. Я все до сих пор путаюсь. На газ нажалась, да? Да уж, я тут криво так попросил. Да, и что-то у тебя дает быстрее бежит, чем у меня Бюхлер. Он у меня вообще. Может, поменяемся тракторами? И я тоже так думаю. Что тебе с культиватором помощнее надо трактор? Сейчас доедем до конца поля. Ну да. О, наконец-то одно задание. И еще одно выполнишь, и вопрос перетели купим. Теперь, Данила, цепи где-нибудь косилку, только разложи ее. Не могу, надо все разложить, тут докосить. Докоси, разложи, отцепи ее и это... Собери траву. Можно просто сложить. Так, Борисыч, я отцепил. Ты ее потом будешь сам подцеплять. Борисыч, я тебе уступаю трактор. Я сейчас тебе тоже уступлю трактор. Потому что у тебя что-то совсем он, блин. У меня 8 километров в час. Культиватор он совсем, ну, никакой. Так, криво на косу, ну, скоси. О, Алекс пришел. Все, вернулся. Ой, да. Блин, задавить бы. А тракторов больше нет, да? Не. А зачем тебе трактора?
Прицепляться не любишь. А? Алиса, сейчас ты уверен, что я на нем поеду? У меня колеса в воздухе. О, господи. Алекс, погоди. Ты скоро на базу приедешь, Алекс? Алекс, ой, вот тут вот. Данил. А? Скоро на базу приедешь. Ну, сейчас, скоро, чё. Отдай этот трактор этому, Данил. Я сейчас приеду на базу, поменяемся с тобой тракторами. Погоди, а я там GPS на том тракторе не выключил. А у меня выключены. А у тебя колеса автовозврат есть? Все нормально? Все, короче, сейчас я угоню его на базу, трактор Данила. Он совсем никудышный. Кто, Бюхлер? Он для, да, покоса. Он только для покоса. Ну вот криво нахуй. Вот, совсем другое дело. Слышь, Борисыч, ее не складывать. Спасибо. Не складывай, а то ты ее потом фиг подцепишь. Данил, я даже тебе уже зацепил, блин, прицеп, где ты? Еду. Так, Данил. Чё? Где-то там шляет по каким-то курятникам, блин. Надо оставить там эту, чтоб не потом не бегать, не искать. Кого тебе оставить? Косилку. Косилку на базу тебе ее. А у косилку? Ну да. А чё? А зачем на базу, блин, Данил? Знаешь, когда нужна вот именно. Я быстрее сейчас тебя сам найду. Не, Колян, ну чё, смотри на базу. Все равно на прицеп на базу погонит. Ты потом отцепит прицеп на базе, косилку подцепит на базе. А, ну да. Ну давай быстрее на базу возвращайся, я уже тут давно. Гоню. О, блин, дефицит-то, ё-моё, техники. Чё? Это вас брить. Хочешь, могу уступить? Нет. Только по харду. Да, Брюхлер хреновый трактор. Что ж его какой слабый сделали-то? В принципе, он только на 10 лошадей слабее дойца. У него 135 лошадей. Бегу-бегу. Точнее ли? Ты это полчаса назад говорил, бегу-бегу. Борисыч, а Борисыч? Ну? Ну ладно, Пиксель. Для покоса-то хватит. Кого? Бери этот трактор. Без противовеса. А ты что хочешь? О, у меня три зеркала, зеркала работают. Зеркало, да. Зеркало. Как они у тебя работают, если Борисович тебя включили? Он у себя их отключил. Не, у меня они не включены. Почему отключены? Включены? Да? Он же у себя их отключает. А, ну да. У меня нет, я их отключил в игре. Не, мне не надо. Да пусть будут, они такие няшные. Кто, зеркала? Угу. Хоть вот и бесполезно. Хоть и бесполезно, но такие няшные. Ну, смотри, ну не всегда мне кто. Сейчас дела пойдут. Угу. Вон, а как ты уже сколько набронил. Совсем другое дело, на 16 километров в час. А то я смотрю, брать, совсем не едет, нифига. Может, я как-то
Я зубобрялку купить скоро. Угу. И денег вообще не будет. Так задания-то останутся. На задания, да. Странно, а у вас столько заданий было по заросшему участок? Я не знаю, что там, Данил. А гольф-поле не было у вас? Что-то. Сейчас поеду, посмотрю, может еще какой-нибудь там открою. Еще закосю. Данил, траву тоже продавать. Ну, я знаю. Зеленые кучки. Зеленые не продавать, там дешевле. А, лучше в сарайчик. Да, на базу. Мне казалось, там разницы нету. Есть. Нет, там разница есть, я лично замечал, да. Что, большая? Там, ну, пускай не намного, но... Но есть. Я мне больше соляры строчу. Так, что тут у нас будет за ним? Ничего. Тебе бугор сказал в сарайчик, значит в сарайчик. Вот-вот. Не знаю никаких бугров. Тебя не учили, что приказы не обсуждаются. А где так его точно. Еще этому учили? Этому его еще не учили. Этому его научат. Это лет через 5, через 4, сколько там. Когда оденет кирзовые сапоги. Ай. Я забыл опустить. Ты куда полетел? Я забыл опустить. Это ж тебе не море, а листья. О. Алекс. Выходит, скажет, нехуй тут у вас делать. Когда будет кейс, зовите. Нет, я пойду на свою сохраненку скажу. Правильно Кальянович сказал, нечего у вас делать. Алекс пойдет, у него там 4 поля кукурузы. 6, блин. 6, тем более. И теперь тебе легче будет с GPS-ом. Фига, Борисыч, как стал летать с культиватором. Чё, полетел? Мы сейчас вдвоем с Борисычем быстро закрутим это поле. Ну да. А там же денежки будут добрялку прибудут, наверное. И нормально будет. Да уж, подлагивает. Нет, у меня тут все гладко вообще. Надо будет этим стеклинером почистить. Мне сейчас вообще нормально не сглазить бы. Вообще классно. Нет, такой суровый фермер сидит, такой за руль вцепился, как будто суперклеем примазан. Он рулит интересно, как робот, блин. Угу. Данил, ты задание смотришь? Нет. А, как он? Я его подбираю. Он не может задание пока смотреть. Как я буду смотреть, если я собирать траву? Много вот меня хотите. Ай, блин, фильм смотрел, еще уехал на другое поле. Пишет мне, это не ваше поле. У тебя в тракторе есть телевизор? Да. Привез маленький, принес той. Привез. Самбоящик. Деревня ТВ, это у тебя. У меня это Халуга ТВ. У тебя Халуга ТВ? Халуга. Не то, что ты потом. Халуга. Ха. Через Х. Ну, я тебе говорю, ну, Халуга ТВ. Ну да.
Как хорошо, да что ты такое-то? Может, тебе не имел. Помните, как 30-го мучились без этого GPS-а? Угу. Сеяли, блин. Культивировали, блин. Убирали. Сейчас ты чё? Сказал, залагало. Все-таки звали. Это, наверное, сохранение было. Да что ж такое, меня мотыляет, я не могу собирать. Кто тебя мотыляет? Ваги. Отмотыляй кого-нибудь, если тебя мотыляет. Ну что это? Меня измотыляло. Уже что, так кто-то... быстро? Меня уже измотыляли. Я кому-то почтовый ящик забил. Надеюсь, не тем, чем я подумал. Залил. Ну, у меня такой голубенький дом. Данил, ты потом найдешь косилку, куда бросил. А я ее возле табло. Короче, возле этого. Возле табло. Когда в табло, да. Мальчик хочет в табло. В Тамбов, то есть, в табло. Мальчик хочет в табло. Данил едет к табло. Знаешь, это. Ну а к табло едешь? Сам ты табло. Табло, а не табло. Сам ты табло. Я не пойму. Табло. Блин. Табло. Так здорово пищит GPS. Иди уснешь на краю поля. Ну да. Предупреждает, что просыпать. Я слышу, как пищит GPS. Коляночи, я тебя что-то догоняю сейчас. Я уже понял, что на этом тракторе ты. Гонит, как угорел, да? У меня 13 километров едет. У меня 14. Вот, ты поэтому и догоняешь. Господи, как это тяжело, когда не сфалкован. А ты на работу на волковалку. Ты чё, в кучу продаёшь, что ли, Данил? Ничего, я вообще ещё не продаю, я ещё даже прицеп не собрал. О как. Так, Данил, короче, давай нахрен садись сей, если умеешь. Ты сейчас все задания там просеришь. Всё, давай, выпрыгивай из этого трактора. Ячмень, да? Сейчас там Коляныч, наверное, увидит, наверное, офигеть, что там было. Чего тебя, блин, кидает? Все нормально ездит. Ну это у тебя. Его не кидает, его как там он сказал? Как Данил он говорил? Да, его мотыляли там, его не кидало. Борисович, я сейчас поеду через магазин. Едь. Нет, когда поеду, я тебе скажу, купишь мне противовес. Хорошо. Мне без противовеса было все нормально. Нет, но все равно надо будет прикупать его. Тебе какой, как у нас, 700? Нет. Не надо 700. А, ну да, 1600. Нет, не надо, хватит на 800. Давай 1600 ему. 1600.
1600 на работу, на 1600? Нет, 1600 не на работу. Вот 700 самый, ну первый который. Да, слушайте, да. Это, если я из Тенрактенра как бы вылезу, он все, да, перестанет, да? Нет, он останется в GPS. Останется? Он будет включенный, да, только этот... Деактивирован. Будете его выключать. Только не активирован, потом тебе, когда уж по новой активировать ее. Просто контур добавлен. А, Борисыч, не надо мне противовес. Я же сейчас вперед косилку прицеплю. Ну да. Какую? А, это. А ее можно и вперед прицепить. Можно со смещением, но как ты будешь ее косить и убирать? Так, короче, я уже брал. Как-нибудь. Данил. Я уже прицеп набрал. Так, а естественно, сколько я там набрал? Так, давай. Еще бы быстро он не набрал. Теперь сваливать будешь, что набрал. Еще бы он не набрал быстро. Я набрал там где-то 70%, и он такой уже сразу. Ладно, Данил, мы убедились в твоей этой неквалификации. Молодец, молодец, Данил, ничего не скажешь. Молодец для овец, для телят яйца палят. Во-во, Данил. Так что будешь с овцами заморачиваться, этого нас. Чё, поддон взял, загрузил её, потом загрузил её. Поддон, сам ты поддон. Я говорю, поддон. Ты для там поддон ты... говорил. А для телят ещё яйца болят. Так... Вот-вот. Кого надо яйца? Так, Борисович, приготовься в магазин, я подъезжаю. Ты говорил, тебе не надо протез. Фу, точно не надо. То надо, то не надо. Не надо, не надо, я же забыл. Я сейчас на обратном пути косилку прицеплю. Такое ощущение, как будто я сейчас фару убираю. Я еду в сарайчик за этим. Слышь, Борисыч. Да тебе сегодня, слава богу. Не. Че, у него и сеять не получается, блин? Нет, почему получается, ровно. Уже ощущение, как будто он на фаре едет. Ой. Ой, я... Алекс, пожалуйста, как я. Ой. Я одно могу сказать, ребята, я не знаю, что у вас там происходит, но это криворукость. У кого? Это криворукость. У кого? А сам как думаешь? Я не могу понять, про что ты. На траву, блин, говорит, его мотыляет. Там на фар похоже, блин. Ну потому что ширина 3 метра. Данил, как ты поднимал Бьёрнхольм свой? Нормально. Как на лесе? Как поднимал? Естественно. Вот, Борисович, здесь в сарай заходит прицеп. Игра дала, и я взял. Игра дала. Тебе не только игра дала. Борисович, денежки капают? Капают там какие-то. Я же травку продаю. Дилеру. Поехал я это самое. Сразу возле доски тут гляну объявление. Туда Дил тут все просрал нахрен. Потому что надо куча заданий. Ну-ка. О, шерсти шустрец. Нет пока заданий. У нас нет еще пока шерсти шустрец. Так, поехал косилку искать. Да Дил, ты где ее бросил? Возле табла этого. Да понятно. Ищи возле табла. Возле этой доски с фотографиями. Все ясно с вами. Нормально объяснил. Возле табла этого. Он ищет табло это. Ну он там возле магазинчика. Ладно, Данил, сейчас найдем. Он возле магазина.
Это было. А, Борисыч, а он потянет ли подборщик-то сразу с этим? Нет? Наверное, нет. Не думаю. Спасибо. Большие сомнения. А, кстати, я еще же подбирать буду, я пока не буду тосилку цеплять. Мне же еще подбирать там травы моря. Море, блин. Если было море пиво. Я бы дельфином стал красивым. Нет. Че? Море по колено. Если было мореотки, я бы стал подводной лапкой. Это интересно, ребят, почему сегодня здесь? У меня что-то неправильно работает. Кто неправильно работает? У меня пинг всего 10. Нормально. Серьезно? Ну и нормально. А ну-ка, ФПС, а ФПС 56. Ну и нормально. Интересно. Ну, топтали весь трактор внутри. Так, наконец-то нашел, блин. Так, и с стороны ее прицеплять только, вот вопрос. Вот они, даже еще под нее подставочку подставил. Молодец. Так вот уж. Он подо все подставочки стоит. Чтобы сейчас колядочку как ее цеплять. Сейчас под тебя подставочку поставлю. Ой, блин, я ее зацепил, у меня и трактор-то на бок. На бок? Да. А мне Борис сказал, что надо ее разложенную оставлять. Подающихся заданий нет, ничего нет, блин. Все, поеду пока еще подбирать траву. Ууу, я чувствую, сейчас дохуя мы так находим. Блин, мне бы не перевернулся с ней. Я бы стал подводной лодкой. Борисыч, ты бы только видел, как я еду. Как? Я как-то на один бок. Интересно было бы посмотреть. Все, уже поздно. Я уже завалился. Кстати, хорошая силка, экономичная. Сам ты экономичный. Ну а чё, смотри, сколько уже проехало. Нормальная силка, чё ты. Я и говорю, она экономит, хорошо прям. Сам ты экономишь. Она чё, просто силка? Сеет. Ай. Лишь бы придраться ко мне. Вот готов как придраться. Ух ты, ух ты. Вот это у меня противовес впереди висит. Самодельная силка. Да, экономичная, экономичная силка. Что ты экономичный? О, у меня Коляныч передо мной. Все, я забрал у тебя силку, все. Где тут? А, я понял, как мы раньше этим, как его, из Classic Pack эту машинку убирали салоны. Я помню, я говорю, я помню, как я еще из Classic Pack машинку убирал. Че, нормальная машинка? Медленная, ну так.